Здравствуйте, сейчас я вам расскажу про детские толстовки первый сорт. Итак, цена за 1 килограмм 261 рубль в упаковке, 24 килограмма 850 грамм, стоимость, количество единиц в упаковке 84, и себестоимость 1 единицы получила 78 рублей. Итак, толстовка на мальчика, рост 134, она легонькая, без утеплений. Толстовка на замке. Том Тейлор, 140 рост, неутепленная и небольшое удлинение сзади. Толстовка на замке, рост 146-152. Толстовка неутепленная. На рост примерно 140. Толстовка на девочку примерно 3-4 года. Она не утепленная, внутри очень мягкая, рост 116. Толстовка. Толстовка не утепленная. Возраст 7-8 лет. Толстовка утепленная, внутри флис, на рост 122. Такой вот болеро, эмочка написано. Здесь есть небольшое пятнышко, вот здесь. Толстовка на мальчика, она не утепленная, утепленный только капюшон, на рост 122. Толстовка неутепленная, из Италии, размер на 14 лет. Толстовка, утепленный капюшон, рост 150. Толстовка на рост 140. Она плотная, но неутепленная. Такая вот сзади. Толстовка на замке, утепленный капюшон, H&M, рост 150. Толстовка неутепленная, рост 128 с таким вот капюшончиком двойным. Толстовка H&M неутепленная, на рост 140. Неутепленная очень легкая толстовочка, на рост примерно 140. Толстовка Vogel, 164 рост, она плотная, и здесь есть небольшое пятнышко. Толстовка на рост примерно 140, она неутепленная, внутри она очень мягкая. Толстовка неутепленная, с большим воротом, рост, она 12 лет. Толстовка на замке, рост, возраст 10 лет, неутепленная. Такая вот толстовка на замке, бенетон, примерно на 8 лет, и сзади вот такой вот еще рисуночек. Толстовка на замке, есть пятна, здесь внутри флис, 116 рост. Толстовка на замке, на девочку рост 104, она не утепленная. Толстовка утепленная, на рост 153. Очень теплая. Толстовка Adidas. Она не утепленная, рост 160. Толстовка с капюшоном на замке. Замок немножко сломан, то есть нету такой штучки.
но расстегивается нормально. На 10 лет. На неутепленное. Толстовка Puma. Она немножко, она плотная, но не, нет, утепленная. Все-таки немножко. На рост 140, 10 лет. Толстовка рост 146-152. Здесь есть небольшое пятнышко, она не утепленная. Такая вот толстовочка на замке. Ростовка не указана, но примерно 4 года, 4-5. Такая вот кофточка на девочку, 4-5 лет, она неутепленная, очень мягкая. Толстовка 7-8 лет, неутепленная. Толстовка на замке H&M, возраст 6-8 лет, неутепленная. Толстовка эмочка, неутепленная. Толстовка на девочку, 8-10 лет, неутепленная. Толстовка неутепленная на замке, 11-12 лет, неутепленная. Легонькая толстовка на 12 лет. Здесь сломан замок на возраст примерно 5-8 лет, неутепленная. Такая вот кофточка, рост на возраст 3-4 года, вот здесь вот есть такие пайетки на плечах. Толстовка на замке. Она не утепленная, но плотная. На рост 146. Толстовочка. На возраст 3 года неутепленная. Такая толстовочка на 7-8 лет неутепленная. Возраст примерно 11-12 лет неутепленная, но плотная. Утепленная толстовка 6-8 лет, внутри ворс длинный. Такая вот толстовка двойная, есть встроенный такой вот топ на рост 158. Она очень легенькая. Толстовка на возраст примерно 4 года, неутепленная, утепленный только капюшон. Толстовка на 2-3 года написано. Толстовка на рост 104. На 12 лет и выше. Примерно на рост 134 сзади вот. Такая вот толстовочка. На 11-12 лет. Толстовка на 3 года неутепленная. Original Merinos. На возраст 6 лет, неутепленная. Вот толстовка K&E. Размер на рост 128. Толстовка Hello Kitty. Размер на 8 лет примерно. Здесь есть небольшое такое... Ниточки как будто отходят по шву. Немножко совсем. Такая вот толстовка. ОВС 5-6 лет. Она не утепленная, очень легкая. Размер на 24 года.
толстовка. Неутепленная. На рост 146. H&M. Возраст 10-12 лет. Такие вот вставочки кожзам. Но рукава и пояс это не кожзам. Рост 146, неутепленная. Кофта 5-6 лет, неутепленная. Толстовка плотная довольно. Рост 140. Такая вот толстовка на 10 лет. Сзади она вот такая. Такая утепленная толстовка. Утепленная она только по периметру туловища. На рукавах она как-то не сильно утепленная. То есть чуть-чуть по-другому ощущение. На примерно 6-8 лет. Толстовочка на возраст 5-6 лет. Плотная, но не утепленная. ОВС 5-6 лет. Это 6-8 лет. Она не утепленная. Четыре пять лет неутепленная. Такая вот легенькая толстовка на возраст 6-8 лет. Шесть восемь лет неутепленные они все. Пошли. На рост 128 тугой замок. Рост 140. Здесь есть дырочка на рукаве. Неутепленная толстовка. На 10 лет. Толстовка 10-11 лет ОВС. Размер на рост 146. Здесь вот есть небольшая дырочка на именно на кармане. Толстовка примерно на 4 года. Она очень плотная. Сзади вот такой рисунок. На 5 лет толстовка. Неутепленная, махровая. Толстовка на рост 122, 158 рост, плотная. Толстовка на примерно 5 лет махровая. Эсочка написана, но это примерно на 6-8 лет. Сзади вот такая. Такая вот толстовка на рост 164. Она такая немножко потасканная. Такая вот толстовочка на замке. 6 лет Original Merinos. И последняя модель в этой упаковке. Это у нас толстовка Adidas. На 10 лет и рост 140. И у нее есть небольшое пятнышко здесь. И вот здесь небольшое пятнышко. Итак, это были толстовки детские. Цена за килограмм 261 рубль. И себестоимость 1 единицы 78 рублей. Спасибо за внимание.